меня танец Александра и Романа весь номер от начала до конца держал в состоянии напряженного внимания. Я боялся что-то пропустить. Я надеюсь, я ничего не пропустил. Эта пара вызывает симпатию, не может не вызывать, потому что они для нас работают с такой фантазией. Это так интересно. А меня поразила асинхронная дорожка шагов, когда они по очереди вставали, а потом присаживались, раскрывались и закрывались. Это было так в музыку и так интересно. Много решений.